Заряженная версия Audi RS7 для тех, кто ищет автомобиль, который дарит много эмоций. А модификация Performance 2024 года. Эти эмоции удваивают в разы. В этой версии производитель удалил звукоизоляцию между моторным отсеком, чтобы лучше слышать механический вой V8 и приятное рычание опционального спортивного выхлопа. Также обновили программное обеспечение 8-ступенчатой коробки передач, которая теперь переключается гораздо быстрее, особенно в режиме динамик. Двойные турбокомпрессоры 4-литрового V8 стали больше и работают при более высоком давлении наддува, в результате чего достигается 621 лошадиная сила. Этого достаточно, чтобы разогнаться до первой сотни, всего за 3,3 секунды. Помимо технических характеристик, эмоции также дарит обновленный экстерьер, который после планового рестайлинга получил еще более выразительную внешность с агрессивными чертами. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!